мы сходили на самый-самый большой каверзинский водопад и возвращаемся обратно. Той же, блин, дорогой, другой нет. Поверьте мне, народ, что один раз сходить на каверзинские водопады, это равно полгода ходить в качалку. Два раза в неделю. Или три. В общем, это жесть. Опасная для жизни. Оп, он прыгнул. А мы не знаем, как тут будем переходить. А мы пойдем другим путем. Вероятно. Все равно уже ноги мокрые. Ой, господи, я. Вот такие вот они, каверзинские водопады.